Результаты тестов на коронавирус станут доступны на портале госуслуг. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Это позволит быстро передавать информацию и доводить ее до населения. Пока система работает в тестовом режиме, сроки запуска неизвестны. Также были внесены изменения в постановление главного санитарного врача, согласно которым выдача результатов тестов из лабораторий будет происходить в течение 48 часов после поступления материала. Это необходимо в том числе для своевременного информирования заболевших и медперсонала.